Приветствую вас и отвечая на ваш вопрос, можно сказать в буквальном смысле так. Для мужчины главное качество, три главных качества следующее. Целеустремленность, надежность и твердость. Для женщины качество, соответственно, мягкость, мудрость и эмоциональность. Как несложно догадаться, и мужчина, и женщина в этом случае дают друг другу то, что они хотят, то есть то, в чем нуждается каждый из них, то есть мужчина получает от женщины то, что нет у него, а женщина получает от мужчины то, что нет у него. У нее, прошу прощения. И в результате они органично и гармонично взаимодополняют друг друга, что и определяет их успешность в плане отношений, и в плане союза. Естественно, качества эти условны, то есть они могут быть и сколь угодно другими, но лично мне видятся они именно такими. Три главных качества. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи. А также хочу вам пожелать, чтобы и вы, и ваш мужчина обладали этими самыми тремя качествами, которые были озвучены.